Более 200 тысяч пассажиров в 2015 году воспользовались услугами наринмарского авиаотряда. По местным авиалиниям перевезено почти 54 тысячи человек, межрегиональный – 159,5 тысяч. Для частичной компенсации недополученных доходов авиаотряду было выделено более 200 миллионов рублей в качестве субсидий из окружного бюджета. Также субсидии предоставлялись перевозчикам по межрегиональному сообщению. Это полеты в Киров, Сыктывкар и Архангельск. В наступившем году эти направления также будут субсидироваться за счет окружной казны. Продолжится и авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Сами заполярные авиаторы называют наступивший 2016 год знаковым. Впервые за несколько десятилетий авиапарк предприятия пополнился. Самое главное – это то, что мы впервые заложили вертолет Ми-8 НТВ на Стапеля. То есть благодаря округу я хочу отдельное спасибо сказать Игорю Викторовичу, потому что при столь сложном бюджете найти средства на воздушные суда, я вас уверяю, было непросто. 150 миллионов, авансовый платеж произведен. В Казани заложен вертолет Ми-8 НТВ. Вертолеты России, холдинг, который поставляет нам этот вертолет, обещает нам до 30 сентября поставить этот вертолет. Кроме этого, в декабре 2015 года был подписан ряд трехсторонних договоров лизинга на приобретение двух самолетов ТВС-2МС. Общая стоимость составила 162 миллиона рублей. Средства на авансовый платеж в размере 75 миллионов рублей выделены из окружного бюджета. Новые самолеты, по словам руководителя наринмарского авиаотряда, начнут осуществлять перевозку жителей округа ориентировочно летом 2016 года и будут обслуживать традиционные маршруты авиаотряда.